эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Измайловская школа встретила 40-летний юбилей. Будем помнить мы всегда ваше тепло, что нас грело в жизни, берегу. «29 октября во всем мире отмечают День борьбы с инсультом. Кардинально оказать помощь таким пациентам можно только в первые 4,5 часа. Видновчанин Искандар Раджабов завоевал титул абсолютного чемпиона мира на соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации бодибилдинга и фитнеса. Получилось, что я победил в своей категории и в абсолютной категории среди всех стал тоже чемпионом. В муниципалитете появляется все больше новых школ, но каждая из них является продолжателем славных традиций, заложенных в старых учебных заведениях. Одной из них, Измайловская сельская школа, недавно отметила свое 40-летие. На юбилее побывал Арсений Рогозянский. За всю историю школы ею руководили 5 директоров. Дольше всех на этой должности проработал Геннадий Петрович Перинский, который принял учреждение в 1985 году. По его словам, обстановка в сельской школе тогда была непростой. Однако ряд решений привел к тому, что вместе с аттестатом о среднем образовании ученики получали и так называемый аттестат зрелости. Мы создали здесь, при школе, учебно-производственный комбинат, и вместе с аттестатом зрелости выдавали удостоверение профессии какой-то – парикмахера, швея и кондитер. Вот это я хорошо помню. Однако времена, как и образовательные стандарты, год от года менялись. Оставалась неизменной лишь главная задача Измайловской школы, которую теперь решает новый директор Елена Камьянова. Несмотря на то, что школе 40 лет, цель и задача у всех одна – воспитать достойного гражданина нашей страны, чтобы каждый ученик мог с гордостью сказать: «Я ученик Измайловской школы». Ученики школы подготовили концерт, в котором ребята отразили основные моменты ее истории. Участие в нем также приняли бывшие преподаватели и выпускники прошлых лет. Будем помнить мы всегда ваше тепло, что нас грело в жизни, берегу. В школе обучается около 300 детей. На базе учреждения располагается и дошкольное отделение, откуда дети идут в первый класс уже в родную школу. Ребятам здесь нравится. Мы любим свою школу! Я очень люблю здешних учителей. Они очень добрые, отзывчивые. Я уходила на 2 года в московскую школу, и там я не смогла долго проучиться. Мне там не понравились учителя. Я вернулась к своим одноклассникам, к своим учителям. В школе учатся много спортсменов. Так, некоторые ученицы являются воспитанницами баскетбольного клуба «Спарта НК». А последние соревнования по волейболу завершились для школьников более чем удачно. Они выиграли первенство среди девушек и юношей. В основном у нас очень много игр ездит, вся школа. И очень, скажем, хорошая наша школа, очень много побед у нас. Юбилей школы в своих стенах собрал ее прошлое и настоящее. Бывшие педагоги и выпускники рассказали учащимся о своей школьной жизни и пожелали дальнейшего процветания и развития учебному заведению. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 29 октября во всем мире отмечают День борьбы с инсультом. Врачи бьют тревогу. Число перенесших его с каждым годом увеличивается. Молодеет и сама болезнь. Конечно же, реже жертвами инсульта становятся те, кто ведет здоровый образ жизни, не подвержен стрессам и имеет хорошую наследственность. Но в современном мире все эти условия соблюсти крайне сложно. Что делать, если все же беда случилась, расскажет Татьяна Брылова. Блок интенсивной терапии неврологического отделения. Сюда поступают больные с инсультом. Здесь идет поистине борьба за жизнь. Чем раньше человек попадет в руки докторов, тем больше шансов на выживание, уверены врачи. Кардинально оказать помощь таким пациентам можно только в первые 4,5 часа. И для нас, для докторов, очень важно, чтобы в это так называемое терапевтическое окно эти пациенты поступили к нам в отделение. Бригада скорой помощи, доставляющая пациента в больницу, уже по дороге оповещает врачей о том, что диагностирован инсульт. Поэтому первым делом при поступлении проводится обследование с помощью компьютерной томографии и лабораторных анализов. Все это позволяет подтвердить диагноз и понять, какую терапию следует проводить.
Дальше пациент поступает в блок интенсивной терапии, где производится мониторирование основных показателей, где проводится неврологическое обследование, где определяются типы инсульта и те причины, которые, возможно, являются наиболее вероятными. После стабилизации состояния больного его переводят в палату ранней нейрореабилитации. Здесь уже с пациентами работают не только врачи, неврологи, но и специалисты. Так, с помощью массажа человеку, перенесшему инсульт, помогают вернуть мышечную активность. Инсульт парализует конечности человека, поэтому физические упражнения – один из основных этапов реабилитации. Михаил Мкрчан неделю занимается на тренажере вместе со специалистом, которая внимательно контролирует весь процесс. Каждое движение дается Михаилу с трудом, но он старается, понимая, что это путь к выздоровлению. Чувствую, что лучше и начнет работать рука, и шевелится пальцы. А у вас левая рука, да? Да, левая рука и ногу. Сколько времени займет процесс выздоровления и каково будет возвращение к полноценной жизни, зависит от многих факторов, в том числе и от возраста пациента. Бывший военный Виктор Васильевич перенес инсульт 2 года назад. Реабилитация проходит очень сложно. Только недавно, рассказывает его супруга Галина Васильевна, вспомнил свое имя, начал говорить отдельные слова. Раз в полгода он проходит курс терапии, куда входят и занятия с психологом. Восстановить в сознании все накопленное за жизнь и оборванное в один момент инсультом непросто. Дома занимаемся, и домой ходят, и массаж мы делаем, и учили его. Он и не ходил, и не говорил, вообще лежак был полный. Инсульт проявляет себя по-разному. Кто-то, как Виктор Валюх, внезапно лишается сознания. У других болезнь начинается с таких симптомов, как нарушение речи, слабость в конечностях с одной стороны, перекос лица. Как только родственники или сослуживцы увидели подобные изменения, произошедшие с человеком, незамедлительно должна быть вызвана скорая помощь, и такой пациент обязательно должен быть госпитализирован в специализированное отделение, где оказывается помощь пациентам с инсультом. В Видновской районной клинической больнице именно такое отделение, поэтому сюда привозят больных из ближайших городов. Виктор Орлов, к примеру, из Балашихи, в больнице 4-й день. Говорит, что чувствует себя намного лучше. Поступил по скорой, так что благодарен очень врачам, конечно. Во Всемирный день борьбы с инсультом, который ежегодно отмечается 29 октября, медицинское сообщество призывает людей обратить внимание на свое здоровье, которое легко потерять и уж точно невозможно купить. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Они всегда на передовой, знают все обо всех и находятся в постоянном контакте с жителями. Работа участковых уполномоченных и опасна, и трудна, но вместе с тем очень интересна. Наш следующий сюжет о настоящих энтузиастах своего дела, с участием относящихся к каждому жителю и его проблемам. Обычный день участкового уполномоченного Дениса Задорожного начинается в кабинете. Бумажной работы всегда много. Затем совещание у руководства, а после обход своего участка. Идет проверка лиц ранее судимых, лица злоупотребляющие наркоманией, лица злоупотребляющие алкогольной продукцией. Стандартный обход административного участка, где мы беседуем со всеми жителями Ленинского района на отведенные тематики, на личные обращения людей, на их проблемы реагируем. Обычная работа. Видение Дениса Задорожного – 12-й участок. Это часть домов по улице Школьной, Олимпийская и Донбасская улицы. То есть около 6,5 тысяч жителей. 40 из них участковый проводит систематическую профилактическую работу. Это регулярно злоупотребляющие спиртным, дебоширы со стажем, условно осужденные. Параллельно Денис Задорожный работает с обращениями законопослушных граждан, отвечает на звонки. Я понял вас, Надежда Васильевна. Проверим. На вопрос, почему он выбрал именно эту профессию, старший лейтенант полиции Задорожный отвечает просто. Важно находить взаимопонимание с каждым обратившимся за помощью человеком. Общение с людьми разного контингента. Начиная от людей, которые злоупотребляют алкогольной продукцией, наркоманией, заканчивая главами администрации, депутатами, то бишь различные граждане.
абсолютно приходит и обращается. Денис Задорожный в профессии уже 5 лет. За это время он помог сотням людей, раскрыл множество преступлений, а также получил благодарность от министра внутренних дел России за спасение человека. Профессию свою не идеализирует. Говорит, работа трудная, но ему нравится. Морально подготовленный человек. Потому что все тяготы и лишения здесь проявляются на ура. Поэтому все же идет моральное состояние человека, который готов выслушивать проблемы других людей, ну и, естественно, не накладывая их на себя. Участковые уполномоченные всегда находятся на передовой борьбы с преступностью. Знать все и обо всех – их главная задача. Постоянный контакт с жителями, сбор информации, оказание правовой и моральной помощи, пресечение правонарушений – таковы их рабочие будни. И пока на страже порядка стоят такие участковые, как Денис Задорожный, за спокойствие граждан можно быть спокойным. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 30-летний видновчанин Искандар Раджабов завоевал титул абсолютного чемпиона мира на соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации бодибилдинга и фитнеса. Он опередил конкурентов из более чем 70 стран мира. Секретом успеха и планами на будущее атлет поделился с нашей съемочной группой. Спортом Искандар занимается с 6 лет. Поначалу увлекался единоборствами, где достиг определенных высот, но со схватками на борцовском ковре пришлось расстаться. Получил травму спины и пошел уже в зал потихонечку закачивать спину. И как-то так получилось, что перешел уже в бодибилдинг. Это сейчас Искандар – авторитетный тренер, руководитель тренажерного зала, чемпион мира. В распоряжении современных бодибилдеров передовые методики и технологии, а ему 20 лет назад приходилось все узнавать самостоятельно. Изначально, конечно, слушаешь одного, второго, третьего. А потом, когда мне понравилось это все, я начал изучать это все. Очень много курсов разных прошел. Не стараюсь хотя бы раз в год, хотя бы раза два в год что-то новое изучать. 19 октября в Словении под эгидой Международной федерации бодибилдинга и фитнеса проходил 10-й юбилейный чемпионат мира. На этих соревнованиях Искандар стал абсолютным чемпионом мира по бодибилдингу. Конкуренция была достаточно высокая, конечно, были ребята с многих стран мира. В эту федерацию входят 72 страны. Соответственно, получилось, что я победил в своей категории и в абсолютной категории среди всех стал тоже чемпионом. В профессиональных соревнованиях по бодибилдингу Искандар активно участвует последние 5 лет, чтобы достичь чемпионских высот. На протяжении долгого времени он не только тренирует железные мышцы, но и воспитывает железную волю. Именно по режиму все это очень дается тяжело, потому что ты встал, ты рассчитал, у тебя столько-то углеводов, столько-то белка в день, столько-то должен калорий сжечь, столько-то съесть. То есть и каждый день все это по режиму делается. Помимо питания, необходимо придерживаться и строгого тренировочного плана, и еще не забывать о своей основной работе. Но Искандар уверен в себе и уже сейчас вовсю готовится к очередным соревнованиям. Впереди 4 крупных старта. Сейчас готовлюсь. У меня 9 ноября будут соревнования в Германии, в Франкфурт-на-Майне. Там тоже очень такой крупный турнир. И дальше уже приеду сюда. Здесь будет чемпионат России и так далее. На его аккаунт в Инстаграме подписаны 1000 людей. Но не ради славы Искандар Раджабов в очередной раз подходит к тренажерам, а ради преодоления себя. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Информация для телезрителей. В четверг, 31 октября с 13 до 17 часов в Ленинском городском округе пройдут встречи с садоводами по вопросам передачи электросетей на баланс компании МОЭСК. Точные адреса встреч можно узнать на сайте Россети «Московский регион». И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи!